Сложнейшую редкую операцию на сердце провели сегодня в Национальном хирургическом центре Сызганова в Алматы. 6-летнему пациенту российский кардиохирург Александр Караськов заменил поврежденный аортальный клапан его же собственным клапаном легочной артерии. А на его место имплантировали биопротез. Процедура получила название «Росса». От традиционной трансплантации сердца она отличается тем, что после хирургического вмешательства пациент может вести полноценную жизнь. Ему не требуется пожизненная терапия, а физические нагрузки не представляют риска для здоровья. Кардиохирургия Казахстана, пусть и молодая, но уже достигшая существенных успехов, сегодня все чаще удивляет. И вот в Казахстан едут граждане зарубежных стран. Операции в республике дешевле, а качество не уступает признанным мировым здравницам. Салават Тимербатулло о сердце, которому не хочется покоя, и людях, которые способны помочь ему зазвучать по-новому.